главе которых мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Встать! Смирно! Вольно! Экипажи занять свои места. У нас нет ни одной свободной секунды. Нам пора отправляться в космическое путешествие, учебное космическое путешествие. Докладываю. Полет нормальный. Все системы корабля в норме. Начинаем учебную программу. Для получения подробной информации устанавливаю связь с кафедрой астрономии. Каково это жить на орбите? Ответ на этот вопрос узнают посетители музея, который сегодня в преддверии Дня космонавтики открыли в Москве. Виртуальная учебно-познавательная программа МКС можно увидеть в трехмерном изображении. Конечно, невесомость здесь воссоздать нельзя, но какие-то динамические вещи, когда идет какое-то маневрирование, ну, довольно неплохо воссоздаются здесь. Есть и экспонаты, про которые говорят интерактивные. Например, этот тренажер имитирует стыковку с космической станцией. Выполняйте стыковку с Международной космической станцией. Позывной «Таймыр». Передадите продовольствие и научное оборудование. Вас понял. Переходим на ручное управление. 5 канал. Москва. В Мемориальном музее космонавтики действительно чувствуешь, что космос становится ближе. Здесь можно побывать на МКС, узнать, как выглядел мир и даже побывать в виртуальном путешествии на Буране. Главное, крепче держаться за штурвал. Экипажу занять удобное положение и приготовиться к перегрузкам. Сейчас мы выходим на орбиту, сейчас будет стыковка с МКС. Новые технологии буквально с порога встречают посетителей музея. Эта движущаяся кабина «Буран-2» позволяет полетать по Солнечной системе. Спецэффекты такие, что даже настоящие космонавты, как Сергей Крикалев, не могут устоять. Я смотрю, сделан динамический тренажер, то есть это не так часто бывает, когда вместе с визуальным рядом есть еще возможность моделировать и динамику. И еще интересно, я первый раз вижу, чтобы сделали стерео.